Студенты Запорожского медуниверситета целый год принимали активное участие в студенческом самоуправлении, творческих конкурсах и городских мероприятиях. Теперь принимают поздравления. 49 лучших ребят удостоились почетного звания «Студент года» в 10 номинациях. Ректорат по согласованию со студенческим самоуправлением выделил, вот на сегодня, если мне не изменяет память, где-то порядка 350 тысяч. Для того, чтобы поощрить лучших студентов, вот сегодня у нас номинация «Студент года». Одна первая, две вторых, три третьих премии. 800, 700, 600 гривен. Одним из лучших студентов в номинации «Артист года» стал Энтони Джордан. Энтони Джордан, Индия. Другой международный факультет. За 6 лет учебы юноша освоил не только азы медицины, но и русский язык. Потому что я сейчас 6-й курс, я знаю чуть-чуть, как говорит русский, поэтому я понимаю. А потом моя группа помогает мне всем, потом я учил песни. Доктор – это мой профессионал. Музыка – это моя passion. Так это я люблю этот. Это со мной будет. Всегда. Практически все студенты вуза принимают активное участие в жизни университета. Несмотря на выбранную профессию, не оставляют и свои увлечения. В Международный день студента подвели итоги творческого конкурса «Ритмы осени-2015». Ну, старое название мы называем «Битва факультетов». Каждый факультет готовит на своих, у них как бы есть таланты, вот, показывают в разных номинациях, и жюри оценивает, и вот сегодня как бы подводит итог. Это необходимо для поднятия духа и желания дальше что-то делать, создавать что-то новое. Очень интересно, разнообразно, всегда что-то новое. 3 недели подготовки и бессонных ночей на суд жюри представили лучшие номера. По традиции результаты конкурса объявляет председатель жюри. 3 года подряд эта честь выпадает представителю молодежной организации комбината «Запорожсталь». Хочу объявить победителя с результатом 258 баллов. Стал коллектив 2-го медицинского факультета. Ну и вольный случай. Я знаю, что вас сейчас будут награждать. Кроме этого, запорожталевцы наградили активистов студенческого движения. Меня сегодня переполняют эмоции, потому что я еще раз для себя понял, что самые талантливые студенты, самые энергичные студенты – это, конечно же, студенты города Запорожья. И медицинский вуз доказал, что он лучший в Украине, что у него лучшие студенты, талантливые, перспективные. И радует, что у них горят глаза. У них есть желание созидать, творить и делать наш мир лучше. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5.